Всем привет, с вами Елена Смирнова, и сегодня я хочу поделиться с вами таким вот проектом. Это по большей степени касается новичков, кто начал заниматься онлайн-бизнесом сетевым. А всем известно, что нам нужны будут рефералы, да? Как бы по раскрутке соцсети ВКонтакте. Называется Top Leaders. Регистрация здесь очень простая. Вот только единственное, не помню, приходит письмо на почту или нет. Ну, сами, кто решит присоединиться, проверите. Значит, в чем плюс у этого проекта Top Leaders? Здесь, в отличие от других, ну, аналогичных проектов, а их очень много, здесь вас не забанят, потому что здесь ваша целевая аудитория. Вы будете добавлять людей, и к вам будут добавляться целевая аудитория, которая также занимается сетевым бизнесом, онлайн-бизнесом. Значит, после регистрации вам нужно будет добавить 20 человек к себе в друзья. 20. Вот. И далее будет у вас авторизация. Так, давайте по порядочку. Вы зарегистрируетесь, добавите 20 человек, да, себе в друзья. Они вас там добавят. Ну и к вам добавится 10 человек. Далее у вас будет авторизация через ВКонтакт. Нажимаете вот так ВКонтакт, и все. Вы вошли. Вот так вот он выглядит. Вот. Чем больше у вас нужно вот ВКонтакт, Одноклассники, Facebook, YouTube, вот это все нужно будет как бы добавить ВКонтакте, чтобы с вами можно было связаться. Значит, я его только что авторизовалась. Это все без вложений. Можно, конечно, сделать VIP, но это уже будет с вложениями. Но я без вложений. Мне хватает в день, потому что в день я добавляю 20 друзей. Я создала новую страничку ВКонтакте, как бы, вот моя новая страничка, и начала ее раскручивать. Вот. И к вам добавится 10 человек. Значит, и ежедневно вы проходите вот ротация. Нажимаю ротация. И мне, вот смотрите, надо добавить 20 человек в друзья. Нажимаю добавить. Открывается страничку, нажимаю добавить. Закрываю. Идет проверка вот внизу. Вот, продолжить. И опять добавить. Поставлю пока на паузу и пройду ротацию. И последний человечек. Все, вот у меня добавлено 20 из 20. Нажимаю «Продолжить». Поздравляем, вы стали участником ротации. Вы будете отображаться в списке участников ротации до тех пор, пока к вам не добавится 10 новых подписчиков. После этого вы выбываете из списка. Перед вами открывается возможность снова принять участие в ротации. Мой вам совет – делать это один раз в день. Этого будет достаточно, ну, во избежание рисков бана. Раз в день зашли, добавили 20 друзей, к вам 10 добавились, и до следующего дня. Вот. Теперь вот ко мне должны добавиться 10 человек. Далее здесь у нас информация. Значит, и информация так. И здесь ваши реферальные ссылочки. Вот здесь вот поделиться можно в соцсетях сразу. И вот. Реферальная ссылочка здесь будет ваша, и реферальная ссылка на пригласительную страницу. Здесь можно вот нажать инструкция, все это почитать. Вот. Ну что здесь? Структура ваша. Так, далее. Здесь обучение. Ну это уже сами промо-материалы. Вот. Вот такая вот
ну, такой вот проект очень хороший, вас здесь не забанят. Тут видите, сколько уже меня приняли, ну, подтвердили. А это уже хочет добавить с меня человек. И как бы безопасно, и все нормально. И мой вам совет, что особенно это касается новичков. Значит, очень много в соцсети ВКонтакте рекламных групп. Мой вам совет, не идите вы в эти рекламные группы, чтобы рекламировать свои проекты. Сделайте, вот делайте, как я. Смотрите, скачала картинку, вот, описание, регистрация. Ссылочку я удаляю. Здесь просто вот такая голая ссылка и, ну, как фото. Вот. Ну, и у меня, как и есть видео, я размещаю видео, да? Вот такие вот картинки. Я или копирую, или скачиваю. И вот таким вот образом я дальше своей страницы никуда не иду. Потому что если я размещу это все испробовано уже на собственном опыте, в рекламной группе размещу, да, объявление, например, на следующее утро бан. И это уже неоднократно. Все это пройдено, как бы, и это я все знаю. Дальше я свои страницы. Кому вот интересно, видите, нравится, просмотров. Вот. И таким образом вашу страницу никто не будет банить. А наберете целевую аудиторию свою. У меня как бы это новая страница, как я сказала, а в предыдущей странице ВКонтакте. У меня она уже довольно-таки раскручена. Я уже этим топ-лидерством там не пользуюсь. И я уже не добавляю туда людей, а люди уже сами ко мне добавляются. И мне этого более чем достаточно. А к вам вот будут добавляться. Хотите, добавляйте в друзья. Ходите, оставляйте в подписчиках. Это уже на ваше усмотрение. И вот мне уже пошли сообщения от своих проектов, начинают предлагать. Вот такая вот, ну вот, топ-лидер такой, кому интересно, пожалуйста, пользуйтесь. И здесь как бы никто вас не забанит, вот, ну, потому что с умом надо, да, все делать это. На этом буду заканчивать. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Всем удачи, больших заработков, подписываемся на канал. Пока-пока.